эфире «Мир компьютерных игр». Поприветствую всех вас, наших телезрителей. Передачу открывает наша традиционная и боевая рубрика «Двое», хотя сегодня она у нас гоночная. Рубрику «Двое» мы традиционно проводим совместно с компанией «Склад 21 век». И сейчас мы находимся в магазине «Игромания», в котором тысячи дисков. Парочка из них достанется нашим главным героям. Кто они? Пойдемте знакомиться. Представляемся. Здесь Паша. Здесь Саша. Братья, да? Кто старше? Я. На сколько? На 15 минут. Во как. Второй раз у нас в гостях. Во что играли в тот раз? В «Фотоблог». В гонки играли, да? Кто выиграл? Я. Паша выиграл. Ну, Саш, сегодня у тебя матч-реванш, должен выиграть. Тоже погоняем. Готовы? Да. Ну что же, начнем наши гонки. Если в прошлый раз братья соревновались во Flatout 2, то сегодня у нас вот такая упорная сразу начинается борьба в новую игрушку GTI Racing. Ну вот прежде чем мы начнем следить за этой борьбой, кстати, Паша вырвался вперед. Ну, все-таки для начала вспомним нашу акцию «Гениальное окружение». Мы по-прежнему в рубрике «Двое» продолжаем тестировать различные аксессуары от фирмы Genius. Ну, к сожалению, мышки пока в стороне лежат, все-таки гонка. Ну, зато вот клавиатуры работают, в наушниках Саша сидит. Потом спросим его впечатления об этом аксессуаре. Ну, а теперь все внимание на экран. Саша по-прежнему впереди держит лидерство. Как же происходило у нас сражение на тренировке? Минут 15 мы дали потренироваться, разумеется. Но вот врезается у нас Саша, и Паша уходит вперед. И, кстати, нередко так было как раз и на тренировочных заездах. Чуть лучше играл у нас Паша. Вот как и в тот раз. Еще раз напомню, что в прошлый раз он выиграл. И опять претендует на победу. Мы на мониторе с Сашей находились. Сейчас перейдем на монитор Паши. И он впереди. На тренировке, кстати, мы пытались кататься в разных классах. Здесь в этой гонке 5 классов автомобилей. Но вот не удалось нам подобрать более-менее равные по силам машинки. Пришлось взять жуки. Оба жука у нас, оба белых. Иначе, ну вот как-то неравноценно у нас гонка получалась. Одна машина мощнее, другая легче, и кто-то постоянно побеждал. То есть очень многое в этой игре зависит от выбора автомобиля. Ну, в общем-то, и в других играх примерно так же, но в этой мастерство как-то уходит на второй план. Все зависит от машины. Мы по-прежнему на мониторе Паши, он первый. Братья проедут 3 круга. Между тем уже Паша у нас второй круг нарезает. И до финиша примерно круга 1,5. И он в гордом одиночестве стремится к финишу. Итак, мы на мониторе Паши. Гонка продолжается. И, увы, Паша по-прежнему отстает. А между тем Саша у нас на третьем круге. Так что, Саша, давай, не расслабляйся. Кстати, посмотрите, какая система повреждений в этой игре. Ну, конечно, до флэтаута не дотягивает. Стеклышки вот потрескались все. Но машинка как новенькая. То есть железо абсолютно не помято. Конечно, во флэтауте система повреждений сделана получше. Но между тем, тоже есть и в этой игре. Напомню, что GTI Racing она называется. Давайте перейдем на мониторчик. Мониторчик Саши, точнее Паши, он у нас замешкался. Буковка «Р» бы помогла ему выехать на дорогу. И вот, да, воспользовался этим Саша и сделал обгон. И это происходит за несколько буквально секунд до финиша. Вот у нас контрольная точка. Но сумеет ли удержать Саша свое лидерство? Вот так ему авария Паши помогла. И Паша все-таки у нас доказывает, нет, я более крутой гонщик. И, да, совершает обгон. Хотя нет, не совершает, поторопился я. Буквально несколько секунд до финиша. Саша по-прежнему отстоял свое лидерство. Давай, Паша, давай, старт. И это фактически финиш, да, буквально одна секунда. Паш, ну как же так? Полгонки лидировал и авария, да? Проиграл. Как вам клавиатура, наушники, как Саша? Хорошие, да? То есть фирму Genius одобряем. Подарочки вам от компании «Склад 21 век» и от магазина «Игромания». Наушники выбрал, да? Ты игрушки. Ну, удачи. Спасибо. Спасибо. А сейчас разыграем призы и среди телезрителей. Вспоминаем, какие подарочки у нас были, да какой вопрос звучал в прошлой программе. Итак, в прошлый раз мы вот эти диски разыгрывали и спрашивали, а какого объема был модуль памяти? Правы те, кто сказал 512 мегабайт.
А теперь посмотрим на эти гордые имена телезрителей на нашу десятку. Кто и смог дозвониться в числе первых и дать правильный ответ. Некоторые самые глазастые даже марку модуля называли. Samsung. А кто же призы сегодня выиграет? Определить имя победителя нам, как и обычно, помогает участник рубрики «Двое». Сегодня это Саша. А за призами обращайтесь к нам в телекомпанию «Триада». Благодаря компании «Сплав 21 век» у нас и сегодня призы будут. Что у нас сегодня? А сегодня классический платформер «Frogman» и сама Dark Messiah «Might and Magic». Выиграть, как и обычно, дозвониться сразу после эфира и ответить на наш вопрос. Вопрос будет по сюжету, который мы и смотрим. Сегодня мы побываем в новом мобильном салоне, он же Центр экспресс-обслуживания. Пригласила нас сюда компания «Сплав 21 век», официальный дилер Билайн. А мы приглашаем вас, потому что сплавовцы приготовили интересные акции. При покупке мобильного телефона и подключении к сети Билайн в торговом доме «Русь» и торговом доме «Сплав» вы получаете подарочный сертификат, по которому вы можете выбрать товар в любом из магазинов «Сплав 21 век». Так, любопытно. Как это? Покупаем, подключаемся и подарки. Посмотрим инструкцию. Пункт 1. Покупаем телефон и подключаемся. Здесь все понятно. Пункт 2. Начинаем пользоваться телефоном. Звоним, разговоры ведем. Пункт 3. И вот оно начинается самое интересное. Приходим и получаем подарочный сертификат. Притом сумма в сертификате равна 15% от той суммы, на которую наговорили. Так, значит получается, чем больше говорим, тем больше будет подарочная сумма. И пункт 4. Идем на эту сумму, набираем подарки в любом магазине «Сплав 21 век». То есть компьютерный центр, канцелярский, фотоцентр или в этом новеньком мобильном центре. Что тут представлено? Конечно же, мобильные телефоны и аксессуары к ним. Такой новый центр. Приятные цены, очень много разнообразного товара, телефоны, аксессуары, интересные акции. Загляните сюда, на первый этаж универмага «Русь». А сейчас продолжаем нашу железную тему. О, здравствуйте! В своих письмах вы очень часто спрашиваете, что делать, если ваш компьютер загорелся? Отвечаю, ничего не делать. Подождите, пока ваш компьютер загорится как следует и сгорит. И после этого бегом к нам в магазин «Сплав 21 век». Наши компьютеры не горят. Сегодняшняя неисправность такова. Вы включаете свой замечательный системный блок, но вентиляторики внутри него почему-то не крутятся. Все очень просто. Скорее всего, у вас не работает блок питания. Итак, снова открываем завесу тайны. Откручиваем ваш, скорее всего, нерабочий блок питания. Для этого мы откручиваем вот эти вот 4 болтика. После этого кладем все это любовненько вниз. Отсоединяем основное питание от материнской платы. Отсоединяем дополнительное питание от материнской платы. После отсоединяем питание от устройств, в данном случае от нашего привода и от жесткого диска. После этого избавляемся от, скорее всего, нерабочего блока питания. Дальше. Нам потребуется заведомо рабочий блок питания. И повторяем сборку в обратном порядке. Подключаем наш заведомо рабочий блок питания к основному питанию на материнской плате. Затем подключаем дополнительное питание. Так, затем подключаем питание к нашему приводу. Помним, что в данном случае есть защита от не очень умного человека. И подключаем питание к нашему жесткому диску. Вот так вот. Так, и после этого
ваш компьютер обязательно включится, если, конечно, вы заплатили за свет. На этом все. Мы прощаемся с вами. До свидания и не будьте чайниками. Вот по этому сюжету и прозвучит вопрос в конце эфира. Как и обычно, желаю дозвониться всем тем, у кого это еще ни разу не получалось. Ну а сейчас давайте игрушки смотреть. Так получается, что подарки, которые мы сегодня разыгрываем, уже отсматривали. Поэтому посмотрим на новинки. Кстати, это не обязательно супер новые игры. Всем фанатам Age of Empire не пропускать. Золотая коллекция первой части, притом вместе с великолепным аддоном Rise of the Rome. Ну что, достаем ностальгаторы? Игре исполнилось 10 лет. Согласитесь, она и сегодня смотрится неплохо. Когда мне говорят, не люблю я эти стратегии реального времени, предлагаю поиграть в эпоху империй. Именно в первую часть. Я когда-то тоже пренебрегал этим жанром, пока не вышли две эпохальных игрушки. Конечно же, это Warcraft 2 и годом позже эпоха империй, которая по сути тот же Warcraft, только не на фэнтезийную, а историческую тему. В общем, попробуйте. Это классика, притом с отменной играбельностью. Интересно поиграться и в компанию, и в случайные карты. Надо дать должное местному генератору карт. Отлично генерит. Обычно я осмеиваю и критикую надписи на компакт-дисках. Но на сей раз вынужден согласиться с текстом, который обнаружил на коробке. Внимание! Поиграв в эпоху империй, вы начинаете сравнивать с ней все другие стратегии, причем обычно не в пользу последних. Ведь это правда. После эпохи многие вроде бы неплохие игрушки меркнут на ее фоне. А ведь, повторюсь, эпохе исполнилось 10 лет. Но какие здесь грандиозные морские сражения, а притом отменный искусственный интеллект. Попробуйте поиграть на максимальном уровне на случайной карте. Он вам покажет и расслабиться не даст. В общем, отдадим должное новому диску за переиздание, которое, кстати, случилось еще в прошлом году. Ведь те пиратские копии, что ходили по России в 90-х годах, не работают на современных версиях Windows. Оставить сейчас Windows 95-98 как-то глупо. Да и не всегда получится. В общем, фанатам серии не пропускать. Кто не играл, рекомендуется к ознакомлению. Классику нужно знать. Конечно, не обойдемся и без ложечки дегтя в эту огромную бочку с медом. Игрушка периодически делает битые сейвы. Сейвились, загружаемся, а игра вылетает. Возможно, этот баг не на всех компьютерах проявится. Если у вас будет такое, пишите. Немного покумеков, выход я все-таки нашел. А пока оставим волшебную эпоху империи и переходим тоже к классике, но на новый лад. Just like that, I became a legend to those people. It was incredible. I felt so honored. Ну-с, как вы поняли, мы приступили к отсмотру демоверсий игр из интернета. И как обычно, в демоверсиях русский язык не поддерживается. А поэтому, что тут чего, разберут лишь те, кто сходу может понимать английский язык. Но зато у старых геймеров ностальгатор, наверное, и не выключался. Конечно же, это черепашки-ниндзя. Знакомые нам по Денди, она же Nintendo, и Sega, он же Mega Drive. Ну-с, пользователи PC, поблагодарим Ubisoft. Они изволили выпустить новейшую серию приключений черепах и под Windows. Хотя, конечно же, в первую очередь эта игрушка предназначена для гордых обладателей консолей. Поэтому управление на PC, как обычно, под джойстик заточено. И грызун, он же мышка, лежит себе в сторонке сейчас без дела. А я тут пальцы выламываю, а заодно и клавиатуру ломаю, пытаясь сделать очередной кульбит Донателло или кто это? Леонардо? Да, с демо-версия-то ущербная. Нет, чтобы парочку врагов поставить, они нам тут дали акробатикой поупражняться. А самое обидное, что 5 минут играем, и все, демо вываливается. Мол, хорошего понемногу, хочешь играть, покупай. Появляется некоторое смутное чувство. А может быть, так спецом сделано, а игра просто не очень. Вот и не дают поиграть волю. Хотя прилагающийся видеоролик с геймплеем обнадеживает. Ну ладно, играть не даете, хоть видеоролик посмотрим. Что тут у вас наворочено?
неплохо ведь все это смотрится. Я думаю поиграть в новые приключения этих мутантов, да еще и черепашек, да еще и ниндзя. Если вдуматься, ну и бред. В общем, поиграть в это стоит. Продолжим новинки отсматривать. Виртуальные гонки любят многие. Однако эти, прямо скажем, на любителя. И Rage Extreme Metal Racing рекомендуется любителям тяжелой музыки. Очень тяжелой. Эта игрушка полностью пропитана духом death и трэш-металлистов. Однако размер демо-версии просто смешной в 37 мегабайт уже подсказывал, что бюджетец-то здесь небольшой. А поэтому ничегошеньки сверхъестественного в графическом плане ожидать здесь не стоит. Более того, графичка-то прямо, скажем, образца 20 века. Эти квадратные коридоры напомнили вторую Куако. Так что игрушка рассчитана на фанатов металла. Все здесь пропитано музыкальной темой. Даже выбор повозки, иначе не скажешь, подвязан к музыкальному вкусу. Разумеется, металлическому. Вам какую? Speed? Death? Trash? Выбираем! Удивительно, что, несмотря на плохонькую графику, команды здесь засветились известные. Тут и Morbid Angel, и Decide, Napalm Death и прочие. Так что оформление пейзажа под стать текстом и музыке. Зомби тут разгуливают. Кстати, на деле это бонусы различные. Задумка классическая, в принципе. Помимо гонок еще вредим всячески сопернику. Наездник данной повозки, например, такой нехилой кувалдой размахивает, иногда даже попадает. Кстати, озвучка такой музыкой не лучший выбор. Совместно со звуковыми эффектами получается просто какофония. Слушайте сами. В общем, каша, а точнее мясо. Если на PC еще поиграть можно, то выход этого Extreme Metal Racing на PlayStation 2 удивляет. Нужен ли он там? Да и на PC есть куда более качественные гонки. Разве только из-за музыкальной тематики поиграть. В общем, и Rage Extreme Metal Racing только для любителей металла. Остальным можно смело забыть. Как бы в привычку не вошло открывать вторую часть рубрики «Игры» чтением ваших писем. Начнем с письма Беляева Валерия, он же Эндер. Вопрос по рубрике «Двое». Скажите, а почему в ней не появлялось таких игр, как Warcraft 3 и Call of Duty 2? Ну, если Call of Duty вполне может появиться, то с Warcraft не все так просто. Ты, конечно же, Валерий, играл в нее. Представляешь, сколько времени примерно длится дуэль? Час, два, три? А теперь представь, что развитие, междоусобные стычки и, наконец, решающий бой нужно поместить в 3, ну, максимум 4 минуты рубрики «Двое». Нереально. Это будет малопонятная, отрывочная нарезка фрагментов игры. Посмотри на картинку. Что-то малопонятное. Кто не играл, тот вообще, наверное, и не понимает, что здесь такое происходит. Увы, но стратегии не подходят для этой рубрики. Вот гонки, 3D-экшены, спортивные, например, футбол. Это пожалуйста. Так что, несмотря на всю прелесть Warcraft, вдвое его, скорее всего, не будет. Хотя признаюсь, что мысли по внедрению стратегии в эту рубрику были и давно. Железная тема. Очень хорошая идея. Вы не думали также сделать рубрику про моды и дополнения к играм? А фактически она есть. Аддоны мы периодически показываем в рубрике «Игры». Сегодня был запланирован, например, показ дополнения «Владыки Севера» к пятым героям. Но в последний момент планы пришлось переменить. А вот мода – это уже тема особая, я бы сказал, фанатская. Если будут такие пожелания, то почему бы и не сделать? Много просьб рассказать о той или иной игрушке. Ваши просьбы учитываются, про самые востребованные игры рассказываем. Очень много любителей гонок. Никитин Артем спрашивает, когда выйдут «Дальнобойщики 3», а если вышли, где можно купить? Не вышли еще, но обещаны в этом году, хотя не факт, ведь пытаются сделать лучшую игру о грузоперевозках. Кирилл Федоров спрашивает, существует ли такая игра, в которой раллийные машины стартуют сразу вместе, машин 5 хотя бы, и в которой есть повреждения. Где стартуют сразу 5 машин, таких полно, а вот с моделями повреждений тут лучше флотаута ничего нет. Следующее письмо за подписью «Мы». Есть ли у вас какая-нибудь консоль из существующих? В личном пользовании нет, для программы достанем любую.
какую из Next Gen консолей вы желаете приобрести. Ну, возможно, Nintendo Wii. Мы не раз показывали различных геймеров за этой консолью. Действительно, оригинальный игровой процесс. И как мы и предполагали, что скоро появятся подобные сообщения. Вот, например, «Дети сжигают 40% калорий». Это уже провели исследования в университете из Ливерпуля. И сообщают, что дети, которые регулярно играют в Wii, сжигают на 40% больше калорий, чем их сверстники, играющие на других приставках. Разумеется, напрашивается на ум, уж не сама ли Nintendo заказала такое исследование? Уж больно рекламно звучит, и главное, между строк читаем, что будешь играть на Wii, будешь строен, а скажем, на PlayStation 3 обрастешь жирком. В общем, война консолей продолжается. И почему бы вам не возродить рубрику «Двое по старинке» на консолях и в какой-нибудь файтинг, например, Tekken 5 на PlayStation 2 поиграть? Или это невозможно устроить из-за спонсора? Из консолей в сплаве видел только PSP. Ну, спонсор хороший, именно благодаря ему и играли на второй Соньке в Tekken. Во что вы играете в последнее время? Последним, что прошел, был Titan Quest, а сейчас ностальгирую первой эпохой империи. Хватит на сегодня ваших писем, давайте лучше видеоролики смотреть. В прошлой программе мы показывали трейлер Мото Шторм для PlayStation 3. Восхищались графикой приставки следующего поколения. Ну а пользователям PC тоже кое-что свалится. Немного пока, конечно, и больше всех радует своей красотой Кризис. Действительно красавчик. И на дорожку еще один ролик. Судя по вашим письмам, почитателей виртуальных гонок предостаточно. А поэтому завершаем рассуждалки трейлером Trackmania United. Симпатичные гонки, что будет с игрой, в дальнейшем узнаем. Подходит к концу наша программа, остался лишь конкурсный вопрос. И сегодня мы вот эту парочку компакт-дисков разыграем среди первых 10 дозвонившихся. Вопрос, разумеется, по сюжету, и сегодня он не очень сложный. Итак, меняли мы блок питания? А смогли ли вы заметить, какая мощность у него была? На выбор три варианта ответа. Может быть 250 ватт, а может быть 300, а может быть все-таки 350. Дозванивайтесь вот по этому номеру телефона. Звонки мы принимаем только в среду в течение 10 минут и только после полного окончания передачи, то есть после титров. Звоните, пишите. Интернет-адрес перед вами. До свидания.